Да наделит вас Аллах благом, шейх! Теперь мы подошли к описанию праздничного намаза. Во время праздничного намаза происходят семь такбиров в первом ракате. Сначала произносят «такбирату храм, а затем еще шесть такбиров. Аллаху Акбар! Во время произнесения первого такбира поднимают руки, как об этом сказали все ученые. Что же касается оставшихся из этих семи такбиров, то ученые разногласили относительно этого. Но правильным является то, что во время их произнесения также поднимают руки. Достоверно передается от Ибн Умара, да будет доволен им Всевышний Аллах, что он произносил семь такбиров и поднимал руки во время произнесения каждого из них. Исходя из этого, мы скажем, что лучше поднимать руки во время произнесения каждого такбира. Итак, сначала произносят первый такбир, и это такбира Тулихрам. Затем поминают Аллаха всемогущего велик, произнося слова Субханалламдулилля, вознося молитвы за Пророка, саллиллаху алейхи васалям. Затем произносят второй такбир, и опять говорят: Субханалла альхамдулилля, валяхауля кувата илля билля. Потом говорят Аллаху акбар третий, четвертый, пятый, пятый шестой и седьмой раз, каждый раз повторяет то же самое. После седьмого такбира произносят Дуаули Стифтах. Относительно места произнесения Дуаули Стифтах ученые разногласили. Некоторые из них считают, что дуа у следует произносить сразу после такбира ту то есть произносят первый такбир Аллаху Акбар, а затем произносят дуа у а затем после каждого следующего такбира поминают Аллах Всемогущий и Велик. Некоторые из них считают, что дуа у произносят после седьмого такбира, потом говорят «Аузу билляхи раджим, бисмиллахи рахмани рахим», а затем читает суру аль -Фатиха». Некоторые из них считают, что такбиры произносят друг за другом непрерывно, без того, чтобы поминать Аллаха между ними. И как бы кто ни поступал, в этом вопросе не надо порицать. Однако более предпочтительной сунной является поминание Аллаха Всемогущего Велик между каждыми двумя такбирами. Произносят такбир, а потом говорят «Субхан Аллах, «Ля ИЛлях Аллаху Акбар». Потом еще раз «Аллаху Акбар» и опять слова поминания Аллаха. А после произнесения седьмого такбира произносят «Дуау Листифтах» «Субханак Ватабаракасмук, Гайрук» затем произносит слова «Аузу биллахи мина шайтани раджим рахмани рахим», а затем читает суру Аль-Фатиха. Затем после прочтения суры аль является сунной читать в первом ракате суру Аль-А'ля. По окончании чтения сур совершают поясной поклон, подобно тому, как это делают в других намазах. Затем выпрямляются, затем совершают два земных поклона, а затем встают на второй ракаат. В нем произносят пять такбиров, не считая такбира, произносимого во время вставания после земного поклона затем переходит к чтению суры Аль-Фатиха, а после нее во втором ракате читает суру Аль-Гашия, как сообщается в Сахихе Муслим от Нурмана ибн Башира, да будет доволен им Всевышний Аллах, что Пророк ﷺ, алейхи васселям, читал во время пятничных и праздничных намазов суры Аль-А'ля и аль -Гашия. Также приводится, что он читал во время праздничного намаза в первом ракате после Аль-Фатихи суру аль Каф, а во втором ракате суру Аль-Камар, как сказано в хадисе от Абу Вакида Аль-Лейфи, от пророка, саллиллаху алейхи который приводится у муслима. Приводятся оба варианта, а более достоверным является чтение сур Аль-А'ля и Аль-Гашья. Если же будут читать какие-то другие суры из Корана, то мы скажем, что в этом нет проблем. Итак, каким образом совершается праздничный намаз? Сначала произносят такпиратули храм, после чего произносят 6 такбиров, что в сумме составляет 7 такбиров. Некоторые говорят, что следует произносить 7 такбиров, не считая такбира туля так что в итоге выходит 8. Но более правильным является произнесение 7 такбиров, включая такбира туля во втором ракате произносят 6 такбиров, включая такбир, произносимый во время вставания. А без этого такбира сколько выйдет? Пять. Это что касается такбиров. Относительно этих такбиров мы скажем, что их произнесение является сунной, а не ваджибом. Если совершать намаз без этих такбиров, то намаз будет действительным. То есть, если произносят «Аллаху Акбар», затем произносят «Дуаули стифтах» и говорят Аруду биллях Бисмиллах, затем читают «Аль-Фатиху», затем «Сур Аля-Аля», не произнося дополнительных такбиров, мы скажем, что в этом нет проблем. Ведь относительно этих такбиров есть разногласия среди ученых. И на эту тему приводится ряд хадисов. Лучшим из того, что приводится, является хадис от Абу Шуайба со слов его отца от его деда о том, что Пророк ﷺ произносил семь такбиров в первом ракате и пять во втором. Также передается от Айши, да будет доволен ею Всевышний Аллах, что Пророк ﷺ произносил семь такбиров в первом бракате и пять во втором, не считая двух такбиров во время поясных поклонов. Передается также от кассира Ибн Абдуллах Аль-Музани со слов его отца и деда, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, произносил семь такбиров. Также подобное приводится от Саада Аль-Карза. Все эти хадисы имеют слабость. Приводится также от Хузейфа и Абу Мусы, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, произносил четыре такбира в первом ракате и три такбира во втором. И в этом нет ничего плохого. Однако лучше и более правильно произносить семь такбиров в первом ракате и пять во втором, не считая такбир, произносимый во время вставания. Таким образом совершается праздничный намаз. Как я уже сказал, произнесение этих такбиров является сунной, а не ваджибом. И если кто-то намеренно не произносит их в этом намазе, то его молитва действительно, и на него не возлагается никакого искупления. Получается, шейх, что если человек не знает, как совершать праздничный намаз, то совершает обычный намаз, да? Пусть он совершит этот намаз подобно добровольному намазу, совершит два раката, подобных добровольному намазу. Он совершает два раката, подобно тому, как совершает их во время намаза Ал-Духа, имея при этом намерение совершить праздничный намаз.